Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Текст у вас достаточно объемный, непростой по своему содержанию. Вот, поэтому предлагаю рассмотреть его детально, чтобы ничего не упустить. Итак, мы были счастливы в браке почти 12 лет. Ну, здесь сразу бросается в глаза то, что вы говорите «мы», то есть кто «мы», да? А «мы» не может быть. «Мы» — это очень такое, я бы сказал, расплывчатое достаточно понятие. Вы можете, в принципе, отвечать за себя, вы можете, в принципе, говорить за себя, вы можете утверждать, в принципе, что счастливы, например, были вы, и что именно вы и только вы чувствовали там, допустим, счастье. Вот. Только вы можете отвечать за себя. За, допустим, свое состояние, да, за свои чувства, за свои ощущения, вот, а только вы можете отвечать, и никто больше. То есть тут вот такой достаточно важный, на мой взгляд, момент, который связан с тем, что вы говорите за человека, за своего мужа, да, вот, растворяясь как бы в нем, растворяясь как бы в вашей, ну, паре. Дальше. За последние 3 месяца муж сильно изменился, и я его не узнаю. Ну, очевидно, что вот за последние 3 месяца что-то произошло. Вот очевидно, что последние 3 месяца назад что-то случилось. Ну, вот 3 месяца назад что-то случилось, очевидно. Что вызвало у вашего мужа некие изменения, что вызвало у вашего мужа некие перемены в поведении, вот, и, соответственно, благодаря этому, и в том числе поэтому, он начал вести себя по-другому. Вот. Вопрос заключается в том, что это за перемены. Потому что вы о них ничего не говорите. Об этих переменах, об этих изменениях. Вот. Вы о них ничего не говорите, вы их не раскрываете никак. Вот. И, в общем-то, мне кажется, что это момент, потому что перемены были, да, перемены произошли, они достаточно серьезные, перемены, вот, но вы ничего о них не говорите. Что произошло с вашим мужем? Что повлияло на него? Как раньше, например, вы жили?
Да. То есть, ну, вполне может быть такое, что вашего мужа что-то не устраивало и раньше, просто вы этого в силу ряда причин просто не замечали, вот, не могли заметить, может быть, не хотели замечать, может быть, что-то еще было, да, но что-то произошло. Вот ключевой момент, который я хочу до вас донести, что что-то произошло. 3 месяца назад с вашим мужем что-то начало происходить. И нужно ли пытаться понять, что с ним произошло? Что произошло с вашим мужем? Ну, мне кажется, конечно, нужно, если вы хотите сохранить семью, если вы хотите сохранить отношения, то да, нужно разбираться, что произошло с вашим мужем. Потому что подобные перемены не происходят на ровном месте. Он поднял вопрос о разводе. Для меня это шок, как удар в спину. Я думал, у нас все прекрасно. Но опять же, то, что вы думали, что у вас все прекрасно, не очень понятно. Кого именно, да? То есть, вот, есть муж, и у него условно свое представление о прекрасном. У него свое представление о, ну, о том, что хорошо, что плохо. И есть вы, у которой свое представление о том, что хорошо. И тут, конечно, нужно посмотреть, как и почему вы восприняли его вопрос о разводе. То есть вы говорите, что это предательство, что это нож в спину. Вот. Подразумевая, что вы, может быть, слишком зависимы от него. Если так, то зависимость, конечно, желательно снижать от человека, потому что, ну, в любом случае хорошего из этого для вас ничего не будет, в любом случае. Вот, потому что если мужчина, например, чувствует, что вы от него зависите, да, то он, скорее всего, будет как-то этим пользоваться, тем, что он, ну, тем, что вы зависите, от него, например. А дальше, я думал, у нас все прекрасно. Так, правда, у нас нет детей и проблемы со здоровьем. Ну, вот здесь, собственно, вы говорите о том, что, может быть, не все гладко, не все так гладко, как, ну, как вам кажется, да, не все так гладко, как вы думаете. То есть, вполне вероятно, что есть в церкви какие-то проблемы. Вот. То есть, я, конечно, не думаю, что дети и здоровье может быть тем, что омрачает супружескую жизнь, честно говоря, вот, но вполне может быть, так что здесь опять же, да, вот вопрос такой, момент. Момент о том, как, ну, вы, да, воспринимаете проблему отсутствия детей, например. Как ваш муж
воспринимает отсутствие проблемы детей. Вот. То есть насколько он легко это переживает, насколько у него сложные проблемы со здоровьем, насколько у вас проблемы со здоровьем, и как это влияет на вашего мужа, влияет ли на него это вообще. То есть, понимаете, вот подобное разграничение, оно необходимо. Несколько месяцев назад муж решил, что теперь он другой, настоящий, а вот каким он был, это беспонтовый пирожок, и теперь я должна его воспринимать таким, как он есть. Ну да, здесь нельзя не отметить резкую перемену вашего мужа. Нельзя не отметить того факта, что он, по-видимому, загорелся какой-то идеей, да, загорелся каким-то вот увлечением, то есть у него появилось какое-то увлечение, нельзя это, конечно, не заметить, вот. Это довольно, ну, сложно это не заметить, конечно, вот, что у него вот появились какие-то новые идеи, которые он пытается, видимо, как-то реализовать теперь. А вот. Но, опять же, это ложится, как правило, это ложится на благоприятную почву. Как правило. То есть я имею в виду, что если ваш муж изменился сейчас, если он обесценивает то, каким он был раньше, то на это, возможно, есть причины. Я не знаю, какие, конечно, вот. Но, возможно, какие-то причины у этого есть. И вы об этих причинах, судя по тому, что я вижу, не осведомлены, к сожалению. То есть вы не знаете, что сподвигло мужа так измениться. То есть для вас это все вообще вот, ну, неожиданность такая серьезная. Вот. А я вас не обвиняю, но просто хочу вот продемонстрировать этот момент. Так, теперь он альфа-самец, все кругом дураки, и до чего страны довели, ничего не видит, а все очень плохо, а он прозрел и несет истину в мир. Ну, это увлечение, это, знаете, это такая защитная реакция, очень похожа у человека. Защитная реакция в форме избегания. То есть он сбегает в некие идеи, которые вот у него сейчас есть. Он сбегает в эти идеи, чтобы не взаимодействовать с миром, который кажется ему враждебным. Вот. Ну, понятно, я надеюсь, совершенно понятно, что здесь ключевым аспектом является то, что человек не гибок в адаптации к окружающему миру, человек не гибок в адаптации к меняющимся условиям жизни, меняющимся обстоятельствам и так далее, человек просто не адаптирован. Вот. Опять же, я не хочу никого обвинять. Да? Я не обвиняю на самом деле никого. Я просто говорю о том,
как это выглядит с точки зрения психологии. Вот. С точки зрения только лишь профессиональной психотерапии. Как это выглядит. Вот. То есть, да, ваш муж, он сейчас переживает такую вот одержимость идеи. Одержимость идеи, там, которая его, ну, завлекла, да, которая его увлекла. Но почему это произошло? Потому что его что-то не устраивало. Его что-то не устраивало раньше. Вот. И на это либо не обращалось внимания вообще, либо это воспринималось как должно вообще. Вот. Либо там были еще какие-то основания, которые, ну, которые ваш муж, например, старался игнорировать просто-напросто. Так. Дальше. С его стороны появилась агрессия в мою сторону. Такого никогда не было. Ну, здесь, конечно, сложно однозначно сказать, в чем дело. Вот. То есть причин на самом деле может быть много. Это и характер ваших отношений, где вы, как уже, я надеюсь, понятно, не слишком осведомлены о переживаниях своего супруга. Вот. Это и, возможно, его какие-то противоречия, о которых вы тоже могли не знать. Вот. Это может быть его восприятие вашей жизни до этого как контроля, то есть в качестве контроля воспринимал муж жизнь с вами. Вот, то есть понятно, что это не являлось возможно контролем, и скорее всего это не было контролем. Вот, но для него это было вероятно так, для него это было вероятно именно контролем. Вот. То есть агрессия – это вот невыраженная защита, невыраженная ранее защищенность своих личных границ. Вот. Такая ситуация, такой момент. И, в общем-то, ну, с этим нужно считаться, как минимум. Хотя, безусловно, оскорбление допускать нельзя. Он высказывает весь негатив мне, говоря, выдави мне страну и прочее. В моем лице он видит всех дураков, что довели мир до такого кризиса. Здесь, конечно, проявляется некая безответственность вашего мужа по отношению к самому себе, по отношению к тому, что человек делает. Вот, потому что, ну, может быть, значит, проблемы есть, безусловно, да, как вы и сами, в принципе, соглашаетесь с тем, что проблемы определенные есть. Но говорить о том, что все дураки, это, мягко говоря, да, такое вот обобщение, это очень деструктивное обобщение. Но тот факт, что оно есть, говорит о том, что ваш муж склонен перекладывать ответственность с себя на других людей, вот. Таким образом, не желая, значит, как-то вот самостоятельно решать свои проблемы, не желая самостоятельно
ну, самостоятельно предпринимать усилия для того, чтобы улучшить хотя бы, ну, хотя бы свою жизнь, да, и жизнь твоих близких. Вот. Он этого не делает, ну, соответственно, я думаю, что испытывает за это чувство вины за то, что этого не делает. И, как следствие, появляется агрессия. Вот. Хотя, в общем-то, агрессию, ну, хотя вина здесь не его. Дальше. Так, в моем лице, и еще меня пугают его разговоры про миссию и про дьявола сладкоязычного, который якобы живут в нем, и знаки, которые он видит. А вас это пугает, потому что человек, как бы, ну, становится неадекватным. Да? То есть, по сути, вот, ну, то, что вы видите в этом. То, что человек просто проявляет свою неадекватность. Вот. А ваши страхи, да, их можно, безусловно, понять. Но я думаю, честно говоря, что дело не только в том, что вы за него переживаете, к примеру, за своего мужа. Я думаю, что дело здесь в том, что вы боитесь за себя. Вот. И то, что вы переживаете за себя, связано с тем, что вы не полагаетесь на себя же, опять же. Что вы не полагаетесь на свои чувства, что вы не очень надеетесь на себя, что вы боитесь остаться без мужа и так далее. А это свидетельствует о том, что вы чувствуете себя также незащищенной. А значит, и у вас могут быть проблемы с личными границами. Причем речь ни в коем случае не идет о вашей самостоятельности физической. Речь идет больше о психологической стороне вопроса. А детей в такой стране рожать нельзя, и чтобы я отстал от него с этим вопросом, и вообще, как высылает рак, ему дети без меня не нужны. Ну, обратите внимание на то, что вы очень много говорите здесь про своего мужа, вот, не говорите ничего практически о себе, вот, а это очень важная история. Так, дальше, значит, он завел тему развода, и что я должна найти себе другого, а вот это все ему не надо, при этом расстаться он не хочет, если я соглашаюсь, обменять меня, то я его хочу бросить. Здесь вам нужно почитать про треугольник Карпмана, вы здесь находитесь в позиции жертвы. То есть вы не хотите брать ответственность, опять же, за то, что нужно вам. Он винит меня в том, что я овуляшка, которая строит карточные домики. Ну, мало ли, в чем мужчина может винить вас. Мало ли. Вопрос не в том, в чем он винит вас. Вопрос в том, что вы сами, на мой взгляд, принимаете на свой счет, допустим. Вот это важно. А не то, в чем он вас винит. Понимаете, какая штука? А то здесь ситуация получается такая, что он вас винит, вы это принимаете на свой счет, и, значит, из-за этого страдаете. Вот.
Я не думаю, честно говоря, что это качественное решение для вас и хорошее решение вашей ситуации, опять же. Дальше, так, он купил мне дачу, потому как я этого хотел, а это всегда было не его. А вы действительно хотели дачу? Зачем, для чего, почему? Я достал его с этой дачи, хотя он туда не едет уже месяцев 9. Ну, опять, вы говорите про него. Вы не говорите про себя ничего. Туда езжу я со своими родителями, и с ними делаю там ремонт и привожу купленное в порядок. А зачем, опять же? То есть, вы едете туда с родителями, а муж вроде как не при делах, получается. То есть, такое ощущение, что мужу не хватает внимания от вас. Так, его я не напрягаю туда ездить, если он не хочет. Но опять же, здесь ощущение, как будто вы жертва. При этом я знаю, что он любит уют, и все эти ремонты делаю ради него и себя, конечно, я это все люблю, я шумел ручки, он нет, я это понимаю, его по этому поводу стараюсь не напрягать. Ну вот личные границы, Ирина, личные границы, что вы делаете для себя и что вы делаете для ремонта. А сейчас, судя по всему, то, что вы делаете, его обижает только. Чтобы ему стало там комфортно, как в городской квартире. А зачем? То есть, понимаете, дачу хотели вы едете туда с родителями, вы думаете о нем, а ему это не надо. Получается. Он меня попрекает, что купил дачу ради меня, так я ее очень хотел, а он очень любит меня. А как было на самом деле? Вы свою-то версию расскажите. То есть, что вы хотели и почему. Самое главное, он говорит, что я ему не нужна, такой, какая я стала, нужна веселая и задорная, которую он встретил 15 лет назад. Ему нужна рядом Надежда Крупская, соратник и сподвижник, ходить с ним на баррикады, к слову, на которые меня не пускают, вдруг все там случится. Но опять же, здесь спасится жертву, как он может вас не пустить? Если вы захотите куда-то пойти, то у него не останется ни выбора, другого выбора, кроме как вас пустить. То есть, как вас можно куда-то не пустить, для меня, мягко говоря, загадка. А он остался тем же альфа-самцом, что в юности, просто я сделал из него плюшу, хотя я сам признаю, что ему было так удобно и комфортно. А это правда, что вы сделали из него плюшу-то? А, в общем, я вдруг заприметился, стала птицей на его полет. Я разделяю его взгляды на кризис в нашей стране, но не понимаю, в чем я должна его поддерживать. Да нет, ни в чем, на самом деле. Больше внимания нужно себе уделять, я полагаю, что вы слишком много его поддерживали. Слишком много брали за него ответственность, чего он и достиг вот этой вот точки, когда агрессия появилась, защищающая свою личность. Я готова меняться, зачем, куда, но не понимаю в чем. Так, и я не понимаю в чем. То есть, вы готовы ради него делать все, но эта позиция проигрышная, эта позиция жертва, ваша ценность для него будет падать, если вы будете меняться для него. Понимаю, что нам нужна помощь. Да, нужна, но пока что нужна помощь только вам. Измените свое поведение вы, изменится и муж. Может, это кризис среднего возраста? Может, но это нужно исследовать. Как сохранить семью? Я бы не сказал, что здесь ключевым аспектом является семья. Я бы больше сказал, что здесь ключевым аспектом является именно ваши отношения являются ключевым аспектом, не семья, потому что семья как таковая важна поскольку, вот, ибо что такое семья, да, семья это, ну, это просто образование социальное и все, а вот именно ваше взаимодействие, ваши взаимоотношения с ним, они очень важны, и важно то, насколько вы чувствуете друг друга, потому что у меня вот сложилось такое впечатление, честно говоря, что
вы друг друга не чувствуете. У меня сложилось такое впечатление, что вы друг друга вообще не ощущаете. У меня сложилось такое впечатление, что вам нужен не он сам, не его интересы, а ну, что-то вот связанное именно с семьей, с уютом и так далее. Вот. И это на самом деле очень тревожный знак, потому что сам человек как бы он размывается в этот момент, сам человек как бы отходит на второй план, и на передний план выступает именно вот эта вот история, связанная с семьей и уютом, а там человек как бы не нужен. Или нужен, но не так. Возвращаться с работы домой стресс, не знаю, чего ждать. Это про личные границы, про страхи. Вот. Опять скандал, трудосвод, или все будет хорошо, как качели. Ну, скандал есть психологическая игра. Вы можете почитать про нее. Она описана в интернете, а после уже можно будет поговорить более подробно. Прихожу и затихаю, как мышка, чтобы его не спровоцировать. Ну, на самом деле, это позиция жертвы, опять же. Я уже сильно сомневаюсь в том, что он любит меня, я ему только мешаю, мешаю залипаться в соцсетях, отвлекаю его от главного. От чего главного, не очень понятно, Ирина, но я бы поработал для начала вообще с вами, с вашими чувствами, с вашей позицией, потому что она здесь совершенно не раскрыта. Потом донести ее до мужа адекватно. А дальше уже можно будет смотреть, что делать и как. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А хоть вы уже сделали ответ другого человека лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.